В этом году самое мощное рабочее движение Беларуси отмечает солидную дату – 115 лет. Именно столько профсоюз стоит на защите интересов белорусских рабочих. Накануне в гостях у школы активного гражданина побывала председатель Бобруйской профсоюзной организации Руслана Кравцова. Старшеклассники 27-й школы смогли задать гостям самые разные вопросы. А именно, что такое профсоюз, как выбрать будущую профессию, как молодежь может участвовать в предстоящих парламентских выборах. Разговор получился честным и откровенным. Время, когда со школьниками выпускных классов нужно проводить такие беседы, такие уроки, понимая того, что они скоро поступят в университет, в среднеспециальное заведение, где им будет предложено стать членами профсоюза, но они подойдут к этому периоду уже подготовленные, знающие, что такое профсоюзное движение. Подобные встречи с известными бобручанами в 27-й школе проходят не впервые и стали уже традиционными. Ведь завтрашние выпускники – это будущее нашего государства, за которое в ответе мы – взрослые. Максим Кембель, Максим Галионко, Бобруйск 360.